скорее всего, понадобится. Ну, больше всего. Понятно, что понадобится всем. Ну, явно не грудной. Ротовой, да. Совершенно верно. Вам понадобится, скорее всего, ротовой резонатор. Как туда попасть? Вот ударить в нёбо. Совершенно верно. Представьте себе, что ваш звук ударяется туда, в верхнее нёбо. Вот так резонанс замечательно входит, отлично, да? А теперь из этого резонатора, да, теперь сделайте намерение. И меня ранимо вы мне налиня. Не меня любили вы мило манили. Не меня любили вы мило манили. И в тумана лимана манили меня. И в тумана лимана манили меня. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Всех скороговорок не перескороговоришь. Молодец. Выскороговоришь? Да. Не перевыскороговоришь. Пожалуйста, приводу. Это почти вот то ругательство, которое вы вчера не так раз говорили. Ругательство мы будем слушать сегодня. Это какое? Ну вот, лекарство или что это было? Цикла, вот это. Цикла, тритант, да. Вы услышали, как вы сейчас, когда говорили скороговорку, вы звучали по-другому? И так хорошо. А? Вы услышали или нет? Скажите, услышали? Кто не услышал, понятно? Кто не услышал? Все услышали. Это вы сделали с помощью чего? Себя. Легкой. Разминки и вспоминания того, что вы можете говорить по-другому. Сейчас, если бы вы вышли перед аудиторией, вы бы уже начали звучать по-другому. Это каждый понял. Mm-hmm. Да. Вначале вы бы вышли и начали так. Ну, здравствуйте, я. А сейчас вы знаете, вы уже не то чтобы и японская труба, ну так, трубочка. Да, и вас уже приятно слушать. Хорошо, представьте.